В районе новых многоквартирных жилых домов рядом с детским садом возведен самострой. Началась стройка в январе 2014 года. Администрация подала исковое заявление в суд о демонтаже объекта. На бульваре Евскина, 18, по документам разрешено строительство двухэтажного магазина. Фактически возведено уже 4 этажа. Практика сносов капитальных строений у специалистов управления муниципального контроля есть. А такой опасный объект вблизи детского сада, который не соответствует разрешительным документам и неизвестно по каким стандартам возведен, вызывает немало вопросов и опасений. Это все надо сносить или в крайнем случае отдать бездомным, пусть пользуются. Ну вообще снести, потому что в Анапе уже скоро ходить негде будет. Сами видите, что делается. Вон оно стоит. Чье оно стоит, никто не знает. Но оно уже сколько лет стоит? С судом и сносом. Конечно, самострой. Ну что это такое? Ну, во-первых, мы не знаем, кто строит, как строит, какое качество постройки. Они же сдадут и бросят, и все. А остальное уже на совести. Я не знаю, на чьей совести. Прошли еще 2 заседания суда, и в августе этого года было признано право собственности на объект. Во время судебных разбирательств активную стройку застройщик не вел. Несмотря на мониторинг специалистов управления муниципального контроля, строители пытались проводить внутренние работы в здании. Ну, это плохо. Мы забираем, самострой забирает у государства их землю. А это, по сути, воровство. Самострой чаще строится без каких-либо норм, они могут обрушиться. Но это, конечно, приведет к каким-то последствиям. Лицензии никакой нет, какой может быть разговор о качестве вообще. Это, лепят как могут и все. Это от народа ничего не зависит, конечно. Если есть, администрация должна это прекратить, конечно. Специалисты управления муниципального контроля выявляют самовольное строение, готовят пакеты документов и передают материалы в суд.